Знакомьтесь, это розовый банан. Всем привет, это тыква, которая 2 года назад росла у меня на огороде. Затем я собрал семена, так как она мне по вкусу очень понравилась, да и соседка долго настаивала. Говорит, посади. Ну вот, посадил. Их сейчас по несколько штук в горшочке. Далее я, наверное, оставлю их по 2. А самые слабые ростки отщипну. Тыквы получаются вкусные, ароматные. Кожура у них розово-желтая такая. Мякоть оранжевая, сладкая. Семечек немного. Толстая мякоть. Вообще мы пришли в теплицу. Я хотел вам показать, что у меня тут сейчас сидит. Здесь баклажаны. Они росли у меня в горчице, но горчица стала их перерастать, поэтому я ее подергал и рядом поскладывался. Тут у меня небольшой такой свинарник. Еще валяются пакетики от рассады. Здесь в грядке подогнали мне вот этот томат. Был он ужасно страшный, висел как веревка, я думал, он умрет. Ничего, отлил водичкой, пришел в себя. Высадил. Сказали, очень вкусный черри. Какой сорт, не знаю. Что за черри, тоже не знаю. Вот эту грядку я сажал здесь редиску, шпинат и руколу. Все уже большое. Зелень уже можно кушать. Редиска уже тоже постепенно подрастает. О, нашел более-менее крупную. Ну, как крупную. С палец пока. Ну, через дней 5 будет готово к сбору уже. Есть покрупнее. Короче, зелень бушует. Еще бы она не росла. Тут всю зиму удобряли куры сутками. Всю теплицу. Все будет бушевать, наверное. Из-за азота. Также у меня здесь страшненькие тыквы. Не знаю, какие сорта. Натыкал их. Вроде растут. К тому же у меня очень много их получается. А грядка у меня там одна сделана. Если не ошибаюсь, на 9 тыков. Вот это мои помидорчики. Это сибирский сорт. Так и называется. Уже назревают у него бутончики. Вообще, в этом году с помидорами я попал. Насажал таких классных сортов. Все взошло. Затем распикировал все. И у меня все дружно умерло. Ну как все. Больше 50% рассады. В итоге мне пришлось сажать второй раз. Ну и результат второго раза. Где у меня? Вон помидорки маленькие. Вот они сидят маленькие. Но это не беда. Времени еще много. Сегодня 16 мая. Вру, 17. Вырастут. Были заморозки, я тут бегал, расставлял свечки, чтобы, не дай бог, что-то не замерзло. Все вроде выжило. Это кабачки. Здесь желтые и зеленые. Также у меня в теплице пока остается георгина однолетняя. Высаживать ее рано. Если заморозки будут, ее все побьет. Надо здесь немножко прибраться, мусор убрать. Да, по поводу дохлых помидоров. Я грешу на землю с светофором. Она по консистенции очень хорошая. Но вот в ней у меня все помидоры умерли. И не залиты были, все было хорошо. Вот здесь умер также у меня парей, вот вся кассета умерла. Был хороший лучок, и после пересадки вроде рос. И потом в один момент раз, весь умер. Остались тут какие-то, вот. Вот, 4 штуки. Да я даже, наверное, заморачиваться не буду. Хотелось так лучка пари вырастить. Рассада была хорошая. Пойдемте во вторую теплицу. Там все поаккуратнее у меня. Что здесь у нас? Здесь у нас перцы. Подарок Молдовы в основном. Ну, может быть, что-то еще затесалось. Потому что тоже они у меня погибали. Вообще в этом году как-то неудачно все получилось у меня.
Я не пойму, что здесь нацарапано. Да не важно. Уже высадил огурцы. Также их сажал в горшочки по несколько штук. На всякий случай, взойдут, не взойдут. Зашли неплохо. Опять же, оставлю по два кустика. А слабенькие уберу, ну, чуть позже, может, через неделю посмотрю. Земля здесь жирная, хорошая. Им понравится. Здесь у меня посеяны огурцы с семенами. Кустовые. Угостили меня. Решили попробовать, что получится. А вот там у меня от них этикетка. Вот такой вот. Пучковый. Я не пойму, пучковый это кустовой или пучковый это плоды пучками. Ну, про длину не написано. Фиг знает. Ладно, вырастет, увидим. Также вот второй черри, который мне подарили полумертвый. Ну, это уже мой помидорчик, если не ошибаюсь, это сибирский. Здесь осталось немножко места. Еще нужно воткнуть сюда 2 или 3 штуки помидора или перца. Ладно, где-нибудь надыблю. Здесь, как я и задумывал, у меня получилась дорожка из тюльпанов. Посажены они часто. Кассеты. Сетки. Цветут. Обожаю. И пахнут. Есть еще одна клумба с тюльпанами. Там они посажены пореже. А вот эти два друга у меня растут здесь каждый год в траве. Кстати, у кого-то я видел на ютубе такой способ посадки. Снимаете 10 сантиметров слоя почвы, выкладываете луковицы, а потом эту траву кладете на луковицы сверху. И весной по зеленой траве у вас выходят тюльпаны. По-моему, это здорово. Наверное, в этом году попробую. Ну, смотрится реально классно. Сейчас они отцветут. И их можно будет смело скосить. На следующий год они опять вылезут. Что, собственно, с ними было в прошлом году. Также ожидается у меня много сирени. Все кусты в бутонах. Очень много будет. Сирень красивая, она такая сиреневая. Здесь у меня эксклюзивчик. Тюльпаны пирожные, даже мороженые, я бы сказал, белые. Но в связи с постоянными морозами и оттепелями их всех побило. Видите, какие не страшные. Тут, по-моему, еще утка кусанула. Утята у меня бегают по участку. Вишня зацвела. Главное, чтобы не было морозов, иначе цветы побьют все. Ягод не будет. Вот вторая грядка. Пионы были пересажены в прошлом году, поэтому и такие хлюпенькие. Какой тюльпан красивый. Их бы разобрать все по сортам, но, блин, это нереально. У меня очень много луковиц. Такой ветер сильный. И мне просто места не хватит их редко рассадить, чтобы отметить, где какой сорт. И очень много желтых. Я бы, конечно, добавил, наверное, еще белых, каких-нибудь лиловых, розовых. Вот, смотрите, маленькая кружка, яблонька, она вымерзала. У нее основной ствол вымерз. Но она вся в цветах. Посмотрим, что она выдаст. В принципе, яблоки на ней были уже вкусные. Тут посадил плетистые розы. Классные. Такая вот сиреневая. И персиково-оранжевая. Этикетка еще есть. Ну все, это был маленький обзорчик на сегодня. Оставайтесь на канале. Пока.